Да я не пробовал, честно говоря. Никита, на. Походу, я тут обращусь. Смотри, дяди в щелоньке, выбирай интересное, там и глаза-то раскрыт. Так, а где остальные-то мужики? Слушайте, мне нужны ваши хозяева. Обратитесь за помощью. Завтра. Где отец-то? Завтра только. Где отец? Отец работает. Значит, вы просите, в деревне нужно будет мне 3 топора, потому что не хватает. Подъезжают у меня работники. Мы думаем заняться, 2 больших пруда сделать. Уже все замерили, работа большая. И вот во вторник встречаем одного из Москвы, Сергея Посада, работник едет. Значит, на неделю еще могут 2 приехать. И нужно мне 2 вот эти вот, опрокидывают, тележки возят. Вот эту дорогу ремонтируют, потому что там он вообще не попало. Зимой же делали-то. Один песок выдавлен. У кого такая тачка? У Володи только есть, наверное. У всех, у бабы Нади есть. Так, Люба, у тебя же есть это? У меня такая древняя, что она сразу сломается. Мы, видишь, на нее насыпать будем, там зимой-то эти камлыги-то... Мне не жалко, пожалуйста, но она древняя, она рассыпется, она ржавая. Она тяжеленькая, надо щебень собирать отсюда и возить там, где не попало. Вообще не попало, там голое место. Зимой же делали-то. А топор дать как вам? Вам дать, вы переломает, а потом я что буду делать? А топор-то по писанию. Елисей говорит, брали топор на поддержание, да он упал в воду, а у нас не упадет. Да и упадет. Я давал, приезжали мне работать, клинья давал железо, они я переломали у меня клинья. Умер человек, не поминает. И ломы переломали. Не поминает, ты повторяешь. Нам нужны хорошие острые топоры, едут люди, и нам валить надо. Нужны большие слеги из деревьев, 8-метровые, 12 штук. Сегодня объехал все пруды, второй мостик, и как сделать? Возможно, если поможете. А поможете что? Отвезти, подвезти. Остальная наша работа. Мы можем второй мостик сделать, поднять его почти на 3 метра. Там будут акулы водиться. Хорошо, нам такие надо. Второй мостик там готовит. Дальше. Кто там плавает? Что это? Ну, где блинчики? Имеется в виду крупная рыба. Вот мама пойдет она. Где Павел? Где Павел? Где Володя? Баня топит. Где крещение? Да. Мы можем это сделать, но возможности у нас подвести. Мы спилим, Витя спилит деревья, все. Теперь насчет обработки. Поговори с отцом, чтобы где-то достал нам. Отработки, которая сливает масло негодное, пропитывать дерево мазилкой. У него, говорит, нету, он маленький еще нет. Я буду масло на газели менять, 6 литров уже будет. Ну, 6, а нам нужно 60. Вот, поздравляю, Игорь Александрович. Не дает, больше нет, не дает. Ну, все тогда. Все, завтра разбирать будем, выключай.